Давайте подарим 15 айфон моему самому молодому сотруднику в компании. Марина – это мой видеомонтажер, и каждый день она монтирует 60 единиц контента. Она монтирует мои сторис, мои рилсы и мои тиктоки. Она работает на меня уже 4 года, с момента, когда ей было 14, и сейчас ей 18. Ее зарплата в 5 раз больше обычного взрослого россиянина. Еще она глава моего отдела монтажа, и у нее даже есть свои сотрудники. Поэтому, когда взрослые постоянно жалуются: «О, боже, работа онлайн — это несерьезно», тинейджеры становятся намного богаче даже своих родителей.